Обещанные в понедельник вечером воды фурмановцы так и не дождались. Напомним, авария на водозаборных сооружениях Фурманова случилась 23 декабря. Из-за подвижки грунта произошло повреждение сетей водопровода. Без воды остались 7500 человек. В понедельник по окончанию ремонтных работ около 21 часа к запуску ресурса все же приступили. Однако ночью стало ясно, что образовалось новое повреждение. По последним данным, вода в квартирах фурмановцев появится к вечеру вторника, около 19 часов. Отметим, что профильному департаменту о ситуации сообщили только в воскресенье. Тогда же был организован подвоз воды населению. Возможно, ресурсоснабжающая организация Фурманов водоканал переоценила свои возможности, да, то есть, скажем так, вовремя не смогла определить место расположения повреждения, соответственно, не смогла быстро, самостоятельно организовать надлежащие работы по устранению повреждения. Уже здесь пришлось подключаться департамент жилищно-коммунального хозяйства.